По традиции начинаем наш выпуск со стройки года. Кадетский корпус в Чебоксарах вот-вот примет своих воспитанников. 1 сентября здесь состоится большой праздник. На открытие приедут почетные гости со всей страны. А уже 3 сентября чувашские кадеты отправятся на двухнедельные сборы в Крым и Пермский край. В учебном плане на 2018-2019 годы они предусмотрели поездку, сборы, учебные сборы детей. Это на 2 недели обычно. Это может быть в начале учебного года или в конце учебного года. Я поинтересовался, почему они не в начале учебного года. Это связано с тем, что количество у детей в кадетской школе почти 2 раза увеличилось. Соответственно, форма обучения – это полузакрытая форма, для того, чтобы ребята были более ближе знакомы, привыкали друг к другу. Вот это сборы, я думаю, как раз тот случай, когда и идеально подходит для начала учебного года. Сборы будут проходить в 2 местах. Для детей, для учащихся 5-7 классов, специально они сейчас выезжают в Крым. Оздоровительный лагерь будет проходить с 5 по 16 сентября. Проезд оплачивает через фонд «Чувашия» бизнесмен Вексельберг. Наверное, вы слышали. Это тот человек, который вложил 170 миллионов на строительство спального корпуса на 250 мест. Вот. Это где-то около 6 миллионов рублей перелет. А проживание, питание заложено в смете школы, поэтому это будет уже за счет самой школы. А 8-11 классы выезжают в Пермь. А в Перми есть тоже такой же, похожий кадетская школа. На базе этой школы будут проходить тоже, ребят будут уже учиться. Там и учебные заведения с военными. То есть непосредственно общение с военными.